есть такая муха. Стоит как автомобиль. Ты рассказывал, что тебя с этой стороны не клюет. Большой, вот, дорогой, пожалуйста. Я про крючок. Это опустил здесь. Что значит спиннинг? Всем привет. А? Я говорю, всем привет. Всем привет. 7 утра, мы на воде. 9, по-моему, декабря. Целенаправленно вышли половить верховод. Правда, идем, смотрим на всякий случай, потому что тучу, ту, которую я нашел в прошлый раз, могло разогнать, или она могла сместиться. Поэтому идем целенаправленно, смотрим, мало ли, может быть, будет где-то тарануха. Но цель верховод, перевязал я монтажи, времени у нас мало, Пашки с 4 на работу. Что получится? Цели большие. Да, цели поставлены большие, времени мало. Поэтому напряженный день, посмотрим, что получится, увидим. Стали мы на точку. Вроде на рыбку. Я даже спиннинг взял, сделал такой монтажик, чтобы проводочку. Вот на ультралайтик. 0,5-7. У меня там несколько крючков. Есть и искусственный парик, есть и такой. Вот, ну вот, пока вон так. О, о, видишь, да? Ля-ля-ля. Вижу, вижу. В общем, сейчас будем смотреть, что оно будет показывать. Во, хорошо теребанит. Ну, верховод, уже вроде крючки мелкие. Да? Да. В общем, короче говоря, такая у нас песня. Что-то поклевывает, но еще не доставали. Ну, только что. Грузик сейчас сопротивляется. Не, кино. О! Но это не верховодик. Это плотвичка, да. Это плотвичка. Ну это выпускать. Это как бы нам не рыба. А нам верховодика хочется. Поймал и я эту срань, но это плотва. И нам это не нравится, потому что мы не за ней пришли. Вот. Может быть, это большая стая, но мелкая плотва. Уже крупная подошла, но я так думаю. Ну, ладно. Главное, клюет. Тарань подлась, ты посмотри. Что ж такое не везет? Выходим на тарань, клюет верховод. Выходим на верховода, клюет тарань. Да что это за хрень? Сейчас я посмотрю, у меня тоже клевака была. Да, такая же срань у меня. Вот это вот, ну это мелкая плотвичка. Это не та рыба, за которой мы. Что ж такое? А пинцет далеко у тебя? В этой нет. Поймал на спиннинг вот такой. Ну, в смысле, как на спиннинг? Именно на спиннинг, на ультралайт, в кайф. Прям чувствовал, как она бьется. Сейчас буду ловить на ультралайте. Как раз такое дело. Хоть душу отведу. Не знаю, что оно долбануло, что я аж спиннинг бросил. Придется монтажи, если что, менять. Не, ничего нету. Ладно, опущу так, потому что на спине. Хорошо, ну долбануло так, что аж палка согнулась. Могла быть и крупненькая. Зараза, только единственное, там мрячка такая, знаете, как вроде вот не дождь, но вот туманная мряка. Вот. Ну что дело такое? Ладно. Здравствуй, спиннинг. Здравствуй. Здравствуй, здравствуй, здравствуй. Ну где ты? И есть такая буква, стоит как автомобиль. Какой автомобиль? Большой, дорогой, я про крючок. Это, если мне не изменяет память, декой. Ну-ка, что там я цепанул? Водит. Ух ты, ух ты. Гля. Вот на спиннинг вообще такие ощущения, палик, огонь. Я тебе серьезно говорю. Так. 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 Говорит, рассоедини. Так, а ну иди сюда, моя черешенька. Давай, давай. Это у нас маркер стоит, наша баклашечка. Поклевку в руку слышно железно. Прям удар такой, я тебе говорю. Зараза, что ж так не везет? Спиннинг хороший, конечно, что ж не везет. Ты знаешь, что творит, видишь?
огонь. Ну что, отдыхаем, слава Богу. Ладно, отдыхаем, да. Слава Богу, не это сам. Погода нормальная. Единственное, что туман опустился. Или туман какой, смотри, мы выезжали, тумана не было совсем. Вон не видно ни хрена. Вообще не видно низги. В телефоне писала туман. Да? Иди сюда. Опа, сошла, зараза. Пока камеру включал, сошла. Сволочь. Вроде как бы и не нужна, да? Когда сходит, ощущения такие неприятные. Давай, давай, давай. Чайка аж засмеялась. Вот это уже есть, что-то подбрыкивается. Сейчас посмотрим, что, ну, вроде не крупное. О! Где верховод, ёлы-палы? Где он? Где? Ну, видишь. Вижу. Это значит не верховодка, а вот это... Не, ну в тот раз я-то ловил верховод, чисто, ни одной таранухи. А тут ты видишь ни одной верховодки. Мне повезло, не ту тучу нашли. После спиннинга такое ощущение, что я лопату поднимаю, лыжи. Присел, потому что... О, глянь. Вот зараза. Когда надо было верховод, вернее, когда надо было тарань, ловился верховод. Когда надо верховод, ловится тарань. Это какой-то уж. Да, таранушечка. Да. Малюсенько. Не хочет. Были поклевки, но добирать не хочет проводку. Вот на месте постою, поиграю, тогда поклевочки есть. По-моему, есть. Точно не могу сказать. У меня 100 грамм рузика, а рыба мощная. Не, вон дуплет. Ну, одна вроде такая. Мелкая, конечно, но хотя бы рыба. Не пойму, что. Ну, упирается что-то. Может, покрупнее подошло. Ну, так. Ну, такое на сегодняшний момент пойдет. Не скажу, что это нормальный тарань, но, во всяком случае, это тарань. А проводку не хочет, зараза, ни в какую, ты понял? Хоть ты ее застрели. Во, вот это сейчас была поклевка в проводку. Ну такая разовая. Еще давай, девочка, ты где? Вот, вот это вот спиннинг, чудо, чудо. Животворящий, что делать? Мелкий, но удовольствие какое-то. Ж ультралайт. Так, наконец-то у нас та рыба, за которой пришли. Конечно, меленькая, но это верховод. Вот. Тоже с 15 метров. Ну, сколько нам тарань мозгов попарила, да, Пашка? Ну, да. Как-то так. Неплохая, да? О, да, это, конечно, звери. Но поклевки сумасшедшие. Верхняя получше, блядь. Но поклевки сумасшедшие. Так, ладно, сейчас будем выпускать. Ой. Почти в проводочку, можно сказать. О, глянь, какая красопетовская. Пойдет. Мелкая, но это самое. На сегодняшний день пойдет. Да, на главное удовольствие. На ультралайт. Все остальное мелочи жизни. Так, ты рассказывал, что у тебя с этой стороны не клюет. Вот, пожалуйста. Опустил, есть. Что значит спиннинг? Это вам не дрыгалка. Не, ну тут я чувствую удар в руку, поэтому что-то у нас совсем печалька. Наверное, табун отошел. Хорошая вещь. Наверное, будем мы перемещаться. Ай, хорошо, чаек. Наверное, тучка прошла или сместилась, хрен его знает, что-то у нас ни на спиннинг поклевок нет, ни на донки сейчас, наверное. А времени у нас мало. В 11 нам надо валить, поскольку с 4 на работу. Опа! Вот. Так что сейчас, наверное, будем перемещаться, да, Паш? Да. Такие вот дела, ребятки.
что там, нема? Ну, навряд ли. Там два раза смыкало что-то. Ну, могло и засмыкнуться. Ну, крючочки на верховод маленькие. Ну, стандартная пиписочная тарануха. Вот вроде явного дождя нет, но вот это вот, видите, вот такая вот мряка и постоянно. Немножко некомфортно, туман, хотя уже 10 вечера. А я не тебе. Вот, ну как-то так. Пока терпим. Сейчас будем менять точку. Так, стали крайняя на сегодня точка, поскольку уже 10:30. Да и вот прошли и вглубь залива, и тут. И ощущение такое, что мы на другом месте вообще, да? Ну, уже не могли бы. Вот, и скажем так. То есть некуда откнуться. Так вот вроде небольшую тучку нашли. Сейчас полчасика посмотрим. Если клевать не будет, то прекращаем прение. Нас он еще и крутит, малеха. Вот. И будем валить домой. Ну кто домой, кто на работе. Так, если тут на спиннинг такая же мелкокалиберная. Да нет, это Гена, это она вся. Это она вся, да. То есть да. Тут без вариантов. О, малечек. Но во всяком случае я могу с уверенностью сказать, что сегодня спиннинг, да, обловил все на спине. О, да. Сегодня это рекорд. Да, это шикардосный рекорд. Так я же чувствую, она бьется вообще не так. О, это уже так, дело. Наконец-то я верховодочку поймал. Это та рыбка, за которой мы вышли, но которая ни хрена не ловит. Какой верховод. Вот это в прошлый раз был вот такой вот верховод. Нам уже собираться пора. А мы наконец-то нашли верховод. Вам понравилось? Да нормально. Пойдет. Во всяком случае клевало. Мелочь, но клевало. Жалко верховода нет. Ну не нашли. Вот то есть того табуна, который я увидел, под которого судаков доставал, его не было. А вот эта мелкая плотва, это, конечно, не то. Тополь, то очень жалко. Но тем не менее, лучше хороший день на рыбалке, чем... или хреновый день на рыбалке, чем хороший на работе. Если будет погодка, выйдем еще разок. А может и не разок. Пока погоды нет. Ну ветра нет, и слава богу. В общем, всем мира добра, ребят. До новых встреч. До новых встреч. О, забыл сказать. Значит, на удивление. Во-первых, спиннинг переловил донку, скажем так. То есть я на спиннинг поймал гораздо больше, чем на донку. Теперь точно.